Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем крутить педали с Пафнутием в надежде, что все у нас получится. Значит, еще раз повторю, ссылочка на сид-карты в описании. Ссылочка на русификатор в описании. Если вам нужно русифицировать свою игру, переходите по ссылке на руководство в Стиме, ставите автору лайк, говорите спасибо, качайте, устанавливайте и наслаждайтесь. Ну и лично от себя еще раз спасибо скажу, не устану это повторять. Так, далее. Какой у нас план на эту серию? На момент четвертого года, первый день, давайте посмотрим на характеристики. Сейчас 10 часов утра, утро, 10 часов утра, утро, да, вот так вот. Счастье в районе 50%, сытость, понятно, сейчас перекусим, нормально все будет, отдых 50%, маловато. По болезням астма прогрессирует у нас, к сожалению, уже тяжелая, порядка несколько серий из проблем, сонный и немного больно. Из удовольствий, празднование Нового года, спал в просторной спальне, хорошо поел, много развлечений, ел за столом, съел быструю еду и земные блага. Неплохо. По снаряжению иссякает у нас запас прочности. Совсем это нехорошо. Ага, по навыкам. Стройка на пятерку, есть готовка, ремесло. На пятерку, земледелие 4, лечение 2, интеллект 6, физподготовка 6. Так, я так понимаю, совсем скоро будет новое нападение. Подожди, сажать ничего не надо, пирс есть. Когда нападение будет, с тобой уберем пирсы. Приготовь, пожалуйста, овощной суп себе. И мы с тобой попробуем. Пощупаем, как там ведут себя зажигательные ловушки. У нас здесь вода с тобой. Мы их можем понатыкать. Не надо ничего сажать. Выключи лазерную турель. Выключил. Теперь включи дизельный генератор. Молодец. Ты прям хочешь, да, посажать? Вот, смотри, изучение на цифру 1 тебе поставлю. Эту электропечь мы не включаем. Хотя могли бы, у нас тут есть некоторое количество руды. Давай, включай электропечь. Теперь сплавы металла плавить. Горн. В смысле, достигнут лимит. Раз, два, три, четыре. А здесь шесть. Не понял. Ну, шесть в электропечи и семь в электропечи. И шесть в горне. Давай, плавь. А, нет, это же общий, да? Здесь 13 и здесь 13. Это у нас от общего количества зависит. Да, так что управляй горном. Сейчас, пока ты вот это все дело плавишь, мы с тобой попробуем... Ты прям упорно хочешь сажать, да? Нет, включи улучшенный научный стол. И исследуй там всего, по-моему, 12 часов. Зажигательные ловушки. У нас небольшое количество топлива пока что имеется. Также мы имеем небольшое количество сплавов металла. Но мы его потратим на, в первую очередь, турель, естественно. И сразу... Когда видим, что готово, назначаем ему уборку. Уборку, как говорю, как же это? Новые партии ему назначаем сразу, чтобы он переносил, плавил пока что. Чем больше у нас металла, тем лучше. И нам уже в теории хватает на сплавы на вторую турель. Так. На вторую турель хватает. А мощей нам на вторую турель не хватает. Не хватает мощей. Угу. Давай сразу. Вот ты изучил. Молодец. Вырубай улучшенный научный стол. Садись покушай, да? Ты голодный? Ой, ты совсем мало отдохнул, дружище.
Перед сном, наверное, выключи генератор. Сначала заправь его. Вот, ага. Нет, стой, подожди, не иди спать. Заправь дизельный генератор. Тут осталось у него. Я впустую его, видимо, заправил. Вырубай и ложись спать. Здесь 10 единиц готово, здесь тоже готово, то есть с утра можно будет включить, прошу прощения, и начать изготавливать процессорные ядра. Сколько нам штучек нужно? Нам хватит с вами аж на 2. Вопрос только в том, что он 24 часа на это все дело потратит. Ну давайте с одной начнем. Так, исследовано зажигательные ловушки. Мы могли бы спроектировать металлический контейнер, наполненный жидким топливом под высоким давлением и грубый спусковой крючок. Эта зажигательная ловушка должна быть достаточно взрывоопасной, чтобы нанести серьезный урон, и достаточно громкой, чтобы оглушить или напугать злоумышленников. Ну, в теории это хорошо, но у нас здесь есть... сено, то есть мы сможем с вами... Подожди. Включай паяльный верстак. Ты уже вполне себе отдохнул. Далее включай дизельный генератор. Ой, подожди. Я у тебя в расписании... Ага, все вернул как нужно. Процессорные ядра достигнут лимит. Попробуй сделать 2. Ну, сначала 1, потом уже 2. И подожди, блин. Я теряюсь, слишком много всего нового появляется. Заправляй новую руду в электропечь, пускай плавится. И в горн тоже заправляй. Чем больше металла, тем лучше. Молодец. Настенными факелами тоже надо поуправлять. Ага, перекусить. Блин, забыл про баланс пищи, совсем низкий он у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это ничего страшного. Чё ты пошел делать? Да не надо ничего сажать. Давай, процессорные ядра наш приоритет. Здесь все плавится, здесь все плавится. Начинай сборку, а я пока подумаю. Ай, внутри помещения стало слишком жарко. Снаружи 27 градусов. Ой, а давай... давай ты потушишь камин и переоденешься. Все-таки тепло. Растянем чуть-чуть удовольствие. Переодевайся на летнюю одежду, пока сухой сезон идет. Управляй электропечами и крафти дальше. У тебя холодостойкость выше 11. Выходить в ближайшие 12 часов ты все равно не будешь... Будем ждать нового нападения. У нас все, в принципе, дома. В принципе, на новый дизельный генератор у нас материалы имеются. На турельку сейчас только процессорного ядра не хватает. И если будет нападение сейчас, не хотелось бы, конечно, то мы сможем даже в процессе нападения, если это не летуны, конечно, поставить вторую турель. Еще интересный такой вопрос. Расширять ли нам фундамент это с вами? Так, время час ночи. Ты не успеваешь уже 2 докрафтить. Выключай дизельный генератор. Парам-пам-пам-пам-пам. Ложись спать в тепле. Тут как раз... Внутри 14 градусов, а у тебя холодостойкость выше 11. Нормально. Пока держимся. Уже 10 внутри. Ну-ка. Как бы нам так? 11 внутри как раз. Тютелька в тютельку. Замечательно. И часов до 10 тебе нужно будет поспать. Затем взять порцию грибов, приготовить... Что у нас тут? Овощной суп. Да, включить... дизельные генераторы и закончить производство процессорного ядра. Так, проснулся, посидел, молодец, безумно голоден. И я понимаю, приготовь овощной суп, расслабиться всегда успеешь. Нам нужно ускорять темпы, потому что одной
этой турельки, очевидно, маловато. Так, управляй горнами. Молодец. Теперь покушать, естественно. За едой надо сходить. Сажать ничего не нужно. Включай дизельный генератор. Управляй электропечью. 242 единички сена, я вот думаю. Нам вот на фундаменты же хватает, правильно? Сажать хлопок не нужно. Дособирай процессорное ядро. И план-то какой у нас, ребятушки? Еще одно ядро готово. Давайте поставим на паузу и немножечко с вами пораскинем мозгами. В теории четвертый год по балансу ресурсов у нас достаточно много всего, чтобы дать игре понять, что мы готовы к летунам. Но на практике из других прохождений летуны приходят, ну как это такое, скромное замечание, да? Когда у нас чего-то много или есть что-то особенно дорогое. У нас есть процессорные ядра и сплавы металла, аж 100 штук почти, и мы еще и плавим. У нас есть медицина и турель, то есть мы уже... Хоть как-то, но обороноспособны. То есть в теории следующее нападение может быть и из летунов. Не надо этого исключать. Тогда, если это будут летуны, первое, что они будут делать, это атаковать турель, которая у нас сейчас одна. Угу. После этого они начнут атаковать Пафнутия, стены, скорее всего, да? А у нас за стенами склады. Упущение, однако. Давайте попробуем, хотя бы попробуем. Попытка не пытка, потому что даже если они снесут турели, мы всегда сможем набрать базовых ресурсов. Благо у нас вокруг там и метеориты есть, и все. Мы всегда сможем с вами как-то попробовать восстановиться. Нам главное, чтобы Пафнутия не потрепали. Поэтому, Паш, смотри. Для того, чтобы... Ну-ка, пока вырубай дизельный генератор. Для того, чтобы разместить две турели, пускай это будут, ну, две лазерные турели хотя бы, да? Нам нужно... Второй дизельный генератор. Для него нам необходимо место, где мы можем позволить себе построиться с тобой. Парам-пам-пам. А места-то у нас не так и много, как выяснилось. Ну, допустим, это вот такой аппендикс будет. Сможешь ли ты... попробуй, Паш, попробуй вот этот вот грунтовый пол построить. Я пока попробую... К сожалению, нельзя переместить вот так вот. Ладно, пока строй. Далее давай переместим вот эту турель вот сюда. Парам-пам-пам-пам-пам. Горн. Нужен ли нам сейчас горн? Скорее нет, чем да. Правильно, он нам... к сожалению, пока что мешает. В любом случае, мы можем попробовать переместить дизельный генератор вот так, но тогда у нас вторая турель не влезет. И вот эта электропечь оказывается лишней. Хорошо, Паша, давай попробуем с тобой, у нас сена в достатке, построить хотя бы вот какую-то такую площадь. Вот какую-то, да, все-таки такую площадь. Блин, что ты там постоянно хочешь высадить-то? Раз, два, семени хлопка. Иди уже едить-колотить. Вот ты прям фермер-фермер. Самый настоящий. Хлебом не корми, дай посадить. Что тебе здесь нужно? Ой, простите, три.
Давай сразу воспользуемся случаем, раз уж ты вышел наружу, собираю урожай гиптогонии. У нас тут что, кстати, 15 грибов по еде, зерна чуть-чуть. Кстати, вот можно... скажи мне, я вот тебе зерно добавлю сюда. Их 6 штучек здесь. Скушаешь сразу. Похрумкаешь зерна, чтобы глаз мне не мозолили эти 6 единиц. А то как-то не круто их. Не 10, не 20, а, блин, 6. На крафт их не пустишь. На рецепты не хватает. Давай, переноси. Молодец. 100 единиц супа. Супа, говорю, сока есть. Блин, ну, ребят, а почему... Ну, игра, ну как так? Так жалко. Грибы вроде светятся, но... Вот это свечение... Такое классное, а? Почему его нету на грядках? И строишь пол, да? Не достроил, пошел спать. А, подожди. Так, четвертый день, я не понял. А, мы обороняемся или где? Где все-то? Ну и ладно, хорошо. Но то, что они затягиваются, это ж у нас луна. Ну там в описании написано, что она дает время подготовиться. Значит, большая толпа какая-то будет или что? Отлично, проснулся, иди покушать. Только я вот хотел бы, чтобы ты все-таки вот эти 6 зерна похрумкал. А то они мне прям глаз режут. Ага. Так, допустим, 4 рогатых насекомых, они типа классифицируются как... Нифига у тебя шея мощная. Они классифицируются игрой как что-то очень сильно опасное. А, ну да, в прохождении пачкой они там... Я замечал, что они за один свой взмах могут фундамент снести, по крайней мере, из сена. Так. Ну и, судя по всему, игра идентифицирует их как что-то прям опасное и опасное. Ладно, допустим. Дальнего боя тут нету, да? Ладно, хорошо. Поблажку нам дают. Но, если честно... Ой, как бы это выразить-то культурными словами. Слушай, иди, может, еще грибов чуть-чуть, а? Паш, а то на факел не хватит заправить. Сколько тут топлива? 10 топлива на 9 дней. Ой, да хорош вообще. Иди сноси. Чем дальше вот мы выживаем, тем сильнее все сжимается. Уже скоро и иголка не пройдет. Потому что летуны, я боюсь, если честно. Одни рабочие руки. Если они нападут, мне бы хотелось уже, черт с ним, снесут они все постройки. И ладно, главное, чтобы выжил Пафнутий. Чтобы мы имели возможность восстановиться хоть как-то. Давай, сноси полы. Напряжение в моей голове просто возрастает. И переживаю. Так. А так нормально же, вроде. Да. Перенеси сено сразу. И вот эти кусочки дерева. Сколько у нас тут? 28 единиц в сумме. Решил достроить полы? Ну, допустим. Так. Перенеси древесину, чтобы она мне глаза не мозолила. Тоже тут в беспорядке все лежит, хаос. И пока в эту ночь пофнуть и спал... Блин, я не успел поставить эти ловушки, же хотел проверить. Ладно. Пока пофнуть и сейчас спал вот эту ночь прошедшую, я подумал, что все равно те, у кого есть дальний бой, или те же летуны, будут атаковать турели. Соответственно, турели точно снесут. Но вряд ли дотянутся до генераторов, если они будут прямо вот здесь стоять. Правильно? Давайте попробуем переместить один дизельный генератор вот сюда. Далее переместим
одну турельку вот сюда. Скопируем дизельный генератор, поставим вот так вот. Молодец. И скопируем еще одну турельку. Вот так вот поставим. Все-таки пока что лазерную. Да, пока что лазерную. Черт с ним. Далее переместим дизельный генератор вот этот вот. Ой, электропечь, то есть сюда. Ой, ты покушать сел? Вечер, что ли? Да, действительно, вечер. И потемнело. Удивительно. О, ребята, про палки забыл. Я забыл про палки. За едой сходил, за палками не сходил. Топлива нет. Ничего себе. Что ты делаешь? Куда ты так поставишь? Что? Что? Подожди. Перенеси электропечь. Ты что? Построй турель. Вот оно что. Ну давай горн тоже перенесем тогда. Тебе, видимо... Подождите, обломки космического корабля? Перенеси электропечь. Теперь ты строишь турель. Нифига, блин, себе вас там много... А где обломки-то упали? Ой, верблюзебры. Вокруг кустиков. Как хорошо, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Целое семейство, еще одно. А эти верблюзебры на месте? Нет. Вот эти на месте, но их уже гоняют. Понятно, лег спать. Допустим. А вот эти вот генераторы мешают нам выходить. Места-то все меньше и меньше. Где бы развернуться, да? Ну ладно, спи, потом посмотрим. А зачем ты его... Ой, топливо... Блин, топливо, Паша. Кончается топливо. Иди выключи его быстрее, а? Обесточено, паяльный верстак, да и ничего страшного. Вы уходите, все? Нет, еще парочка осталось здесь каких-то толстолобиков. Вы на крабов иногда похожи, так вот издалека. Так, проснулся, в дартс поиграл. Молодец, перемещай электропечь, достраивай турель. Сможешь ли ты, Пафнутий, построить здесь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не сможешь третий построить. Вы все еще здесь? Да, они все еще здесь. У нас хватает с тобой сена, может быть вот так вот еще сделаем для еще одной турели. А вот сюда мы не можем? Не можем. Так. Слушай, горн, это хорошо. Но я не знаю, дружище. Может быть, его стоит все-таки... Ой, снести, а? Или электропечь снести. Блин, жалко, но мы же на нее потратились. Сколько мы там? Ой, да недорого, недорого. Давай, да, электропечь, наверное. Мы ее снесем с тобой. Оставим горн. Горн может работать всегда. Ошибка это, наверное. Наверное, ошибка, ребята, да. Тут незаконченный предмет какой-то выпал. Блин, перемести, пожалуйста, горн. Не надо ничего сажать. Они тут рядышком, тем более, где-то вроде как. Да, вон, вижу, бегают. Наведи порядок, переноси вот эти вот все ресурсы. Сплавы металла, металлолом, горн заправлен. А что это за незаконченный предмет? Сплавы металла на 28%. Ну, пускай пока здесь валяются. Теперь копируй еще один дизельный генератор, сюда влазит. Строй его.
топлива у нас не остается. Почти. И кровожадные тараканы ушли. Что ты хочешь все-таки посадить здесь, да? Ой, Паша, палки, да, надо выходить. Да, надо выходить. Воспользуемся этим моментом. Давай до вечера достраивай грунтовые полы. Здесь я тебе в действиях изучения верну. До вечера достраивай, с утра выйдем с тобой на сушу. И на обратном пути выключи, пожалуйста, вот этот вот дизельный генератор. А, 0 часов. Ты не хочешь попробовать доплавить вот этот вот металл? Не хочешь. Ну тогда кушай, ложись спать. Уже мощь наращиваем, да, потихоньку. Две турельки у нас теперь есть. Нормально. Песчаная буря, к сожалению, с утра началась у нас. Он проснулся, покушал вроде бы даже. Нет, не покушал. Ну, ладно, восполняй запас. Что у нас тут, грядки? Далее нам у нас нехватка по веткам с тобой, дружище. Здесь у нас их 50. А здесь сколько? Здесь тоже 50, 100 веточек. Вполне себе. Все срубай и засаживай. Отлично, 100 палок еще есть. На горн, камин и факела на недельку нам хватит. Этих 100 штучек. Вот это мы пока что убираем здесь. Не надо здесь ничего собирать. Низкий запас еды на 4 дня. Я понимаю, но что поделать. А ты закончишь... Подожди, вот здесь же есть сплавы металла. Тебе нужна именно электропечь, чтобы доплавить их. Странный ты человек временами, дружище, странный. На 0 часов нам нужно с тобой пораньше проснуться. Для того, чтобы... У меня есть мысля. Мы вот в цепях управления назначим турельки и вот генераторы на турельке... На условную цифру 10. Мне кажется, да. И давайте, кстати, еще во вкладке «Оборона» посмотрим. У нас ракетная установка потребляет 30, а пулеметная турель 40. Не получится нам две турельки на один генератор подцепить. Маловато, однако. Возможно... А, у нас сейчас на силовые генераторы не хватает, к сожалению. Ладно, Пафнутий, просыпайся. Играй на барабанах. Затем обязательно кушай сладкий сироп. И мы с тобой постараемся сегодня... Наверное, вот так мы сейчас сделаем. Да, смотри. А вот этот дизельный генератор на 10-ю цепь. Вот этот дизельный генератор на 10-ю цепь. А турели на 10-ю цепь. И переключай их потихоньку. Нужно ли нам с тобой еще на сушу выйти? Интересные дела. Нужно ли? Давай посмотрим. Сена не хватает. Металлолома не хватает. И еды немножко бы, да? Да не, мужик. С одной стороны, посадить грибы, это, конечно, все весело и интересно, но не хватает процессорного ядра. Давай вот здесь цепь питания поставим. Вернее, вот так вот. Вот здесь цепь питания. На десяточку переключай. И в теории вот одной кнопкой мы будем запускать с тобой... Ну-ка. Не получается. Почему?
активная цепь 10. Здесь 10, здесь 10. Не понял. Ну-ка попробуй. Странно, дизеля молотят. А в чем причина, почему не работает? Песчаная буря. Да нет, все хорошо. Парам-пам-пам. Ну-ка иди выключи. Дизеля вырубились. А теперь ну-ка иди включи. Дизеля включились, турели не включились. Неясно. Ну-ка перенеси деревянную опору ЛЭП. Не включились. Переноси обратно. Переключи вот это тогда, я не знаю. Вот это переключи. Вот это обратно переключай. И вот это тоже. Надо будет разобраться, как это все работает. Или она так работает? Я что-то не врубился. Может быть... Да нет. Анимация у них другая. Что за история? Опора ЛЭП, переключатели. Неактивная цепь 10. Ничего не понял. Так, включи сейчас переключатель питания. Ага. Он у нас... Это активная цепь. Соответственно, вот эта вот цепь тоже должна быть 10-я активна. Переключай. Может быть, из-за паяльного верстака? Етишкина жизнь. Вот так это и работает. Теперь смотри, давай попробуем. Вырубай. Ага. Дизеля замолчали. Правильно понял? Да, замолчали. Угу. Уже 17 часов, пока я тут разбирался. Есть что? Давай, собирай поле зерновой початок. Тут, конечно, пыльно, песчаная буря. Но ничего страшного. Из-за того, что паяльный верстак был включен... Вот, он потреблял какое-то количество энергии. И из-за этого не хватало целой цепи у нас питания. Мы теряем урожай, серьезно? Ну давай, как можно быстрее собирай. Нам нужно сколько-то топлива. Хотя бы 70. Ой, 70. 80 топлива нам нужно хотя бы. А лучше 1000. Недостаточно места хранения. Да, есть такое дело. Но это не беда, потому что... это беда. Ладно, ты пока сажай все, что можешь, заноси. Внутрь, хотя уже 3 часа ночи. Блин. Появление турели это, конечно, хорошо, но мысли разбегаются в разные стороны. Иногда не понимаю, что нужно делать первым, не понимаю. Но, надеюсь, мы на верном пути. Уже 5 часов утра, отдыха 30%, опасная гипотермия. И ты пошел спать. Ну, захвати сено с собой. Ой, сено, говорю, зерно. 270. О, 150 единиц топлива у нас с тобой имеется. А гипотермия? Экстремальная. Ты безумно голоден. У тебя тяжелая астма и экстремальная гипотермия, потому что снаружи ты всю ночь провел при минусовой пустынной температуре. Обалдеть. Ну, кушай, ложись спать, благо у нас внутри хотя бы 20.
Гипотермия пока... Ага, ослабевает, она уже тяжелая, не экстремальная. И давай... Поуправляй тут всем, что есть. Странно. Мы же сюда можем с тобой. Вот сюда мы масло будем складывать сейчас. Гор нам надо поуправлять. Конечно, разумеется. Так, сажать ничего не нужно. Смотри, теперь вот эта цепь управления будет девятой пока что. А ты переключай этот дизельный генератор. Молодец. Вот эта цепь будет девятой. Включи дырчик. Молодец. И переключай паяльный верстак. А теперь в теории он должен работать. Нет, переключай дырчик. И переключай паяльный верстак. Вот. Только, блин, перед сном-то стой, подожди, выруби его. Я проверил, чтобы все работало. Иди спать теперь, хорошо. Этим дырчиком мы теперь можем включать паяльный верстак. Это нам нужно для того, чтобы доделать еще одну процессорное ядро, еще одно. Также нам хватает, ну, как минимум, на ремонт этих турелей, если мы не успеем до следующего нападения сделать. И нам хватает на еще одну турель. Управляешь горном? Ой, да брось ты. Иди отдыхай до утра. Ты нормально так потрудился. 300 единиц зерна — это 150 единиц топлива. А нам как раз примерно столько и нужно. Ну, в идеале, конечно. Нам бы 80 хотя бы. Чтобы на 2 дня запас иметь. Так, проснулся, на барабанах немножко поиграл. Давай восполним с тобой баланс сена. Сена, прошу прощения. Сколько нам с тобой нужно? Да всю грядку давай рубай. Ох, какой ты фермер, господи. Бабушке в радость прям. Хлебом не корми, дай на грядках раком постоять. Прикольно. Пачку сена перенес. Перенеси еще вот эту пачечку. И начнем с тобой производство процессорного ядра. Пожалуй. Чтобы сразу разместить еще один турел. Еще одну. Где-нибудь в этой зоне. Правда, ты уже не успеваешь начать производство сейчас. Поэтому с вечера... Ну, перекуси, ладно, и занимайся грунтовыми полами вот здесь. Так, отлично. Небольшой плацдарм для обороны готов. Самое время покемарить чуть-чуть. Что у нас с тобой тут на грядках валяется чуть-чуть зерна. Посевы все в норме. Нигде больше ничего сажать не надо. Скромный урожай хлопка скоро будет. Держимся. Пока что держимся. Молодец. Факелами поуправлял, проснулся, активности все свои завершил. Включай дизельный генератор и собирай процессорное ядро. Там аж целых 12 часов на каждое нужно. А ремесло у тебя на уровне 5. 1800 единиц опыта на каждое процессорное ядро. Так что в теории это нехило будет бустовать нам с тобой твой навык крафта. А сколько опыта, интересно, дает у нас простая электроника? 900, ничего себе, но она и производится в 2 раза быстрее, между прочим. Однако тоже весьма и весьма затратно. 10 единиц кремния и 10 сплавов металла. Сильная жара, подожди, приостанови, потуши камин, чтобы дома не сварить себя.
Великолепно. Еще одно процессорное ядро у нас готово. Выключай дизельный генератор. Далее выключай паяльный верстак и ложись спать. Что мы имеем теперь? Теперь мы можем разместить еще одну автоматическую турель. И барабанная дробь, какой же она будет? Это все-таки ракетная установка. Оглушать скорпионов по мере... Ну, чтобы они вот пока здесь тусили. Мы их оглушим взрывом. И лазерные турели их будут добирать. Или же это все-таки еще один лазер. Три лазера. Большую стаю летунов, наверное, в теории способны выкосить или как? Да, и то, и другое я бы хотел. Но, к сожалению, и то, и другое это слишком жирно. Да и дизельного генератора у нас пока четвертого нету, к сожалению. А, пускай это будет... Лазер. Нет, нафиг. Лазер не надо. Пускай это будет ракетная установка, и стоять она будет... Ой, она и здесь может стоять даже. А вот здесь? Нет, не может здесь она стоять. А какой у нее радиус? Давайте посмотрим. Ее бы куда-нибудь вот за место горна, да? Чтобы она могла бить... Да вроде и здесь поместится. Ну ладно, мы их можем, если что, перетаскивать. И куда она будет бить? Вот по этой площади она может бить. Пускай прям сюда лупит. Чё ты сидишь на своем уютном синтетическом кресле? Молодец. Давай-ка, делай ракетную турель. Чё у тебя тут по... Ой, у тебя прям... Ты разве что не сыт у нас. Остальное все в порядке. Повысил уровень стройки до 6. Так, а что нам дает 6 уровень? По-моему, на возведение бетонных конструкций, ребятушки, нам с вами нужен только 5. А 6 это уже либо карбон, либо это просто ускорение стройки в принципе. И всех связанных с этим процессов. Давайте переключим цепь управления на 10 для этого вот дизельного генератора. А также эту турель на 10 канал тоже переключай. Далее возьмем вот это включить. Прошу прощения, включить нужно. А, это все включено, это включено. Щелкаем на опору лэп, смотрим на потребители. Паяльный верстак не включен. Ага, турели включены. То есть теперь в теории иди попробуй включить переключатель питания. Превосходно. Турели все заработали. Только вот ты рано кушать сел. Я хотел переключить все обратно, чтобы топливо не расходовать. Давай, выключай. И нам нужно с тобой растительного масла приготовить. Сколько мы можем? А, мы можем, судя по всему, 15 единиц. Ой. А что ты собрался есть? Куда ты это переносишь? Это все-таки в электропечь, да? Не-не-не-не-не, не клади на полку, не занимай место. Урожай какой-нибудь готов? Да, давай гиптогонию собирай. Зерно я тебе кушать не позволю, из него мы сделаем топливо. Отлично, соточка сока готова, 10 приемов пищи у нас имеется. И в этой серии мы еще с вами... подготовим бензина. Да, мы сделаем топливо. Уж не знаю, там дизель или бензин. Вряд ли 98-й, да? Из зерна-то вручную делать. Температура внутри довольно высокая. 29-28 градусов. А что у нас? А, у нас потому что сильная жара на улице. Я до сих пор не догадался открыть тебе окно. Ага.
Ну, по летней одежде, что тебе сказать? Летняя одежда в пределах нормы еще 58% и максимум 79%, где-то 56% средней. Нормально держится еще летняя одежда. То, что потеплее у нас с тобой скоро износится и исчезнет. Поэтому в качестве плана на ближайшие пару дней до нападения или после, уж не знаю, какое оно там будет, наделать топливо, подготовиться к нападению и по возможности собрать каракожник, чтобы начать крафт одежды. Начать крафт одежды, ребята, точно! А вы не подскажете мне человека, который со своей горячей барской руки взял и снес ему верстак? Портного, который. И это был я. Серьезно, да, это был я. А как мы с тобой будем крафтить одежду? Пашка, расскажи мне. Никак мы с тобой ее не скрафтим. Нападение агрессивных животных. Кто тут? Рогатое насекомое, маленький богомол и огромное шипохвостое насекомое. Так, вот с этой грядки пока что ничего не собирай, подожди. Но предварительно пофнуть ей. Так, что, еда есть? Это все есть? Давай сноси грунтовые полы. Нормально. Чуть-чуть оставим здесь как раз, посмотрим. Так, и какой план барабан дальше? Давайте посмотрим, что у нас тут, где у нас тут. Ага, как раз хорошо, да, огромные шипохвостые насекомые с самым дальним-дальним боем. Далее смотри тогда. Проверяем дизеля. Тут хватает на день, тут хватает на два, тут хватает на день. Что ты хочешь поуправлять настенными факелами? Это все хорошо. Теперь делай масло как можно больше. Нам с тобой нужно как минимум, так вот на этом верстаке, сделать вот так вот. Сразу сделай топливо. Подожди, масло это хорошо, но сразу из этого масла делай топливо. Чтобы уже двадцаточка была готова, если что. Нападение началось, подожди. Включай переключатель питания. Шевели булками, Паша, они близко, очень близко. Ракетная установка готова к обороне. Целевая область примерно вот такая. И он начинает лупить по площади нехило так. Мне кажется, ее стоит контролировать вручную во время нападения. Паша, время не упускай. Изготовляй жидкое топливо. Далее выбираем ракетную установку опять же. И по возможности, чтобы оглушало вот этих вот больших негодяев. Вот сюда лупи. Блин, давай, давай, лупи. Оглушай их, я не знаю. Где второй? Где второй? Их оба они здесь. Лупи сюда прямо. Можно выделить его, я без понятия. Их оглушило или нет? А, этот уже все прям. Нормально, но... Нормально, но... Плохо, плохо, очень плохо. Давай, переноси топливо. Выключай переключатель питания после этого. Давайте посмотрим на повреждения, которые оказались весьма и весьма внушительны, да? 130... единиц ХП из 250. Почини, пожалуйста, сразу эту турель. Кажется, нам нужна еще одна. А желательно количество всех уже установленных умножить на 2. Не-не-не-не-не, слушай, дружище, ты ее дочини, а потом иди перекуси. Ага, хорошо.
Ну, легкий тест прошел у нас этого всего линии нашей обороны. В принципе, за небольшой срок с толпой тараканов наши турели справляются. Но повреждения, по нашим меркам, слишком внушительные. Мы не сможем себе позволить в большом количестве их так часто ремонтировать. Нам нужно попробовать вот эту площадь как-то засеять какими-нибудь ловушками с вами, чтобы минимизировать, как бы это так выразить там, минимизировать урон по турелям нам нужно с вами, в общем. Как мы можем это сделать? У нас есть ракетная установка, которая бьет по площади. Это хорошо, в принципе, оглушает она и наносит урон неплохо. Однако вот эти две турельки не справляются с большим количеством, потому что их нельзя нацелить на кого-то конкретно. Выход есть один. Ну-ка, Паша, сколько масла тут у нас уже? 40 единиц. Так, ты бы перекусил немножко сладким сиропом. Я тебе сейчас из фильтра зерно уберу обратно. Потом можешь и на барабанах поиграть, в принципе. Чуть-чуть. Молодец. Теперь извлекай растительное масло. Его нам нужно извлечь еще 8 порций. И ты сбил меня с мысли. Увеличивать количество вот этих вот турелей нам с вами необходимо. Однако для этого нужно увеличить темпы добычи металла для процессорных ядер и ловушек. Для процессорных ядер силикон, у нас на грядках он растет. А также мы можем сходить вот сюда добыть этот кремний, то есть не силикон. Угу. В принципе, все под рукой, и усилим оборону еще ловушками. Хорошо, что мы их выучили. Все, ты все зерно израсходовал? Да, молодец. Зерно переработано в масло. Здесь ставим на паузу. Продолжай крафт жидкого топлива. 200 единиц опыта за 2 часа работы. Хорошо. Ага. Далее по результатам. Если этих насекомых будет больше, сможем ли мы с вами от них отбиться? В теории, я думаю, сможем. Но, однако, это не отменяет того факта, что линию обороны надо все-таки расширять. Давайте еще попробуем в следующей серии, знаете, что сделать? Помимо установки здесь зажигательных ловушек, каждая из которых стоит 10 топлива и 5 сплавов металла. Мы попробуем установить что-нибудь типа... Нет, на капканы нам не хватит, мясные приманки — это вообще не то. Может быть, разместим здесь какие-нибудь строения из сена? Фундаменты, например. Можно же разместить их как-нибудь. Ё-моё. Как-нибудь вот так. В теории, как мне кажется, тараканы и на них будут отвлекаться. Или, может быть, это будут деревянные заборы. Да, блин. Это тогда придется... Не получается у нас с вами сделать широкую линию обороны, да? Интересно, они будут разрушать или идти, если оставить им свободный доступ? Ой, налетели ястребы. А ты что делаешь там? Настенными факелами управляешь? Ну сделай, да, топливо, пока я думаю. Угу. Хотя, что топливо-то? Нам наружу надо выходить за ресурсами с тобой.
Хотя без топлива, да, это не имеет смысла. Угу. Ну, в принципе, да. Если подытожить, то на следующие пару серий план примерно такой. Это расширение вот этой вот, вот этих двух линий фундаментов до сих пор. И мы здесь сможем разместить с вами еще как минимум две лазерные турели. Возможно, впоследствии мы линию обороны перенесем чуть ближе к прибрежной зоне. Вот так вот, чтобы расширить уже непосредственно свое жилище. Ой, ремесло до шестерки. Хорош. Также далее нам с вами необходимо что? В следующих сериях расширить, возможно... А, нет, здесь не получится. Но линию обороны сюда пока расширим. Установим еще как минимум одну лазерную турель. Для этого сходим с вами за металлом и соберем немножко силикона. В принципе, должно хватить у нас места для этого всего на полках. Однако, чтобы места хватило, нам нужно переработать все масло. Хлопок пока остается под вопросом. Возможно, даже придется... Но одежду мы сможем крафтить только после расширения территории своей. Иначе у нас просто не хватает места. Вот такой какой-то план-барабан на следующие серии. Большое спасибо за просмотр, ребятушки. С вами был Павел. Увидимся в следующих сериях. Вкусного чая и добра!